Пепела!
Понравилось? Хочешь еще? На, получи! Скажи, я его пинать. Еще несколько раз пни, чтобы хорошо запомнил. Засек моторизированную группу спецназа. Похоже, двигается с кордона.
Сидор, лысая башка. Безопасная дорога, говоришь? Это так теперь называется?
Скоро папа вернется. Мама. А молитва все не помнят? А может, уеду куда-нибудь под лесником, чтобы подальше от всяких монстров, оружия и аномалий. Тебе... Второй. Ну да, дальше. Монстры тебя и там найдут. Они к тебе в лес сами будут приезжать. На джипах, с бомбовыми ружьями и аномальным количеством водки. Ты кто такой? Приходит сталкер к врачу. Доктор, помогите. Я во время сна так храплю, что всем спать мешаю. Главное, что все слышат и просыпаются. А я ничего не слышу. Я теперь совсем перестану храпеть? Совсем храпеть вы не перестанете. Только теперь вы начнете храпеть так громко, что будете просыпаться вместе со всеми. Слышь, брателло, подойди-ка, у меня деловое предложение. Новачки, новачки в зелених нині як собак розвелося. І всі виходить краще за старих.